В данный момент, эта стартовая площадка, по-русски перевожу, не принадлежит никому. Она общественная. Можно и я могу здесь работать, ты можешь. На таких же условиях, как и... Почему ты взял на работу? Чтобы работать только мне там. Да. Чтобы работать только тебе. Здесь не работаем. У тебя же есть место. Оттуда же ты работаешь, да? Оттуда же ты работаешь, да? Документ. Работай you know? Там. Ну, we don't need document. We come from Kazbek, you know? We are. This is Kazbek. Yeah, this is Kazbek, yeah. All of yeah. These mountains. Yeah, we can work in here, but everybody cannot work in here. Understand? Сладкими словами я разговариваю. У вас же есть. We need good communication. And your person. Я с тобой согласен. С одной стороны, я с тобой согласен. С другой стороны, я не пойму, почему вы документы не хотите сделать. Всегда же будет, послушай, не я приеду, другой приедет кто-то из России. Из Украины приедет. Что-то, ты понимаешь, что-то. Есть, да, место. Сладкими словами. Просто я не хочу двигаться, не хочу, чтобы сладкими словами. Вот здесь идите там спокойно, работайте. Он говорит, что в Казбеке относится это место относится к казбекам. А он из Казбека, из-за этого он здесь работает, и ему не нужны документы, он это хочет. Будем. Ай, да хочешь не думай об этом. Может, есть, да? Там работаете, смотрите, если хотите. Они меня провоцируют. Другие ребята, такие же, как я, провоцируют. То, что они работают здесь, они меня провоцируют прийти тоже сюда. Потому что я думаю, чем я хуже, почему я здесь не могу летать. Они же работают. Так же, правильно. Думай там, но мы мужики и чисто живем. Брат. Да, я понимаю. А человечки подумают, но ты же не прав. Все, я тебе понял. Вот это брат. Вот это брат. Мы всегда будем здравствуйте, хорошие отношения будем. Это же правильно, брат. Ну, это никак, по-другому никак. Ты тоже это. Знаешь и понимаешь, что это так, брат. Если хотите жить и никак не получается, ходите, брат. Азар я рад. Потом мы люди берем, после того, как мы с Карпенем, мы приземлимся туда, наверное. Мы на наш приземлимся.
Вот это мы уже как бы здесь выяснили ситуацию, что происходит, попробовали отсюда, короче, поработать, не получается. Илья, садись так с сарайком и едешь потом, как вы тут. Окей? У нас получасовой. Сейчас я куда-нибудь шарахну, короче. Получасовой? Да, сейчас мы куда-нибудь шарахну, говорю. Thank you.